вставать. Что на завтрак? Я приготовил для вас изысканные деликатесы. О, Мишель, ты меня снова балуешь. Ты лучший. Все самое лучшее. Самые лучшие девушки. Какая хорошая сегодня погода. Может, на шопинг сходить? Вам подать машину? Не, погода сегодня супер. Прогуляться хочу. Мишель, я ушла. Девушка, помогите монетой. Ева, это ты? Кузина Виолетта, привет! Ты чего тут делаешь? А, да так вот, сижу, отдыхаю. Сколько мы не виделись? Ну да, очень долго. Давай пошли со мной, расскажешь, как живешь вообще. И что тебе, прям негде жить? Ага, вот это хоромы. И ты тут живешь? Да, дом моих родителей. Да. Ты, если хочешь, оставайся у меня сколько нужно. Что? Правда? Ну да, мы же сестры все-таки. Круто, спасибо! Вот, можешь жить в этой комнате. У меня будет своя комната. Спасибо, Виолетта. Я тебя люблю. Только иди помойся и переоденься. Вау, сколько много разных баночек. Как вкусно пахнет. О, а это что? Ева, ты что делаешь? Ты хоть знаешь, сколько оно стоит? Прости, Виолетта, пожалуйста, я не знала. Ладно, ничего страшного. Вообще кайф, у нее даже золотые патчи есть. Это так классно быть богачом. Кто это там ходит? Виолетта же ушла вроде. Это кто еще? Вор что ли? Ну я тебе сейчас покажу. А ну стоять, вор! Я не вор! Пошел сюда! Что происходит? Она сюда! Ева, успокойся, ты что делаешь? Если вор, он хотел тебя ограбить! Ева, успокойся, это наш дворецкий, Мишель! Кто? Дворецкий? Это типа как дворник? Попрошу, не дворник, а дворецкий, я слежу за домом! А, ну это, Миша, прости, не знала. Мишель! А не Миша. Виолетта, это кто вообще? Это моя кузина. Ей негде жить. Вот, осталась у меня. Мы кого-то ждем? Это ко мне. Привет, заходи. Вау, ничего себе. Это целый замок. Ну тогда, богато живем. Ева, это кто? Знакомься, это Аня, моя подружка. Очень приятно. Мне тоже. А в этом замке есть что пожрать? Мишель, накорми, пожалуйста, наших гостей. Сию секунду. У них свой дворецкий есть. Типа как? Баба Нина? Не, баба Нина, это дворник, а это дворецкий, за домом следит. Могли бы просто собаку купить, тоже за домом бы следила. Кушать подано. Ого! Это что такое? Суши. Суши? Не, мы такое не будем. Но вы даже не попробовали. Это рыба с рисом. Рыбку я люблю. Вкусно, Ева, попробуй. Их едят не руками, а палочками. А что, у вас вилок нормальных нет? Я думала, вы богатые. Вообще неудобно. Ева, приготовься сегодня, пожалуйста. Завтра мы идем с тобой в школу. В школу? Настоящую? Да, теперь ты будешь учиться с нами в классе. Крутяк, подруга, повезло тебе. Но я без Ани в школу не пойду. Можно она пойдет с нами? Ладно, сейчас позвоню, договорюсь. Ура!
себе! Смотрите, сколько много книг! Настоящая школа! Глазам своим не верю! Посмотрите, я учитель! Кто не сделал домашнее задание? Наказано! Ну, вообще-то учеников уже давно не наказывают. Ой, простите! Я так понимаю, вы новые ученики. Да, будем с вами с одной миски кушать. Мне говорили, что вас двое будет, а не трое. Так это как акция в магазине. Возьмете два, а третий в подарок. Доброе утро. Доброе утро. Ева, это кто такой? Это Сава. Какой еще Сава? Мой парень, наверное. Не знаю, он мне просто нравится. Поэтому можно будет учиться с нами, пожалуйста. Ладно, но надо предупреждать заранее. Ну что, покажешь, что у тебя есть? Подруга! У них даже есть свои шкафчики для книг и вещей. Так, ну что, проверим наших новеньких. Ань, выходи и реши этот пример. Да вообще легко. Ева, я не знаю. Что? 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 Я не слышу. Аня, что не получается? Да нет, все хорошо. Я не слышу. Ева! Вот, смотри. А, все, поняла. What you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just came. Ну все, я решила. Ну откуда я знала, что там 100? Ты мне показала 100 долларов, вот я их и нарисовала. А где это мы? Не знаю, все так красиво. Да, школы для богатых крутые. Вы уже нашли наше кафе? Так это кафе? У вас в школе есть кафе? Во всех нормальных школах есть кафе. Вот, Веля, как вы и просили. Спасибо. Он что, тебе даже в школу еду носит? Ну да, это же его работа. Это что такое? Не видно, что ли, торт? Мишель делает лучшие десерты во всем мире. Только вот он забыл нож оставить, чтобы его порезать. Не проблема. Ты что делаешь? Торт нарезала руками. А вы как-то это по-другому делаете? Аня, у них так не принято. Да вы не переживайте. Я руки мыла вчера. Угощайтесь? Нет, спасибо, как-то перехотелось. Такое ощущение, как будто они из леса вышли. Сара, ну их тоже можно понять. Им же тяжело было. Надо бы научить их манерам. Они со временем привыкнут. Вау, у них столько много разных шмоток. Да тут целый магазин. Может, примерите что-то? А думаешь, можно? Ну, а чего нет? Теперь вы тоже как богатые. Ой, что-то я так кушать захотел. Да, давайте перекусим. Только нормальной едой, потому что эта еда богачей меня уже задолбала. Есть что-то перекусить? Да, конечно, сейчас принесу. Приятного аппетита! Что вы едите? Лапша быстрого приготовления. Так есть же нормальная еда. Вот это и есть нормальная еда. Так, стоп! Вы где взяли эти вещи? У тебя в комнате. Ты же не против, сестренка? Аня, это что на тебе? Мое платье от Гуччи? Гуччи. Смучи, я не разбираюсь. Да, это оно. И вообще, кто вам разрешал брать мои вещи? Ну у тебя ведь так много. Мы думали, тебе не жалко. А ты где взял эти вещи? В гардеробе. Это вещи моего папы. Хм. Я думаю, чего они великоваты? У твоего папы хороший вкус. Ой, заляпалась. А у тебя есть еще такое платье? Нет, это лимитированная коллекция. Таких больше не найдешь. Ой, да прям, я тебя таких до конца жизни на базаре найду. Ева, можно тебя на минутку? Ева, быстро забери у них вещи и пускай.
пускай уходят домой. Но ведь они ничего плохого не сделали. Ладно, вещи пускай себе оставляют. Я все равно после них ничего не отстираю. Но они ведь мои друзья. Они превратят наш дом в свалку. Выгоняй их. Ребята, нам пора. Я не могу выгнать своих друзей. Я уйду вместе с ними. Да ладно, Ева, оставайся тут. Мы найдем новую коробку с-под холодильника. Как-нибудь проживем. Да, а если опять пойдет дождь и коробка размокнет, то мы по магазину походим. Нет, я вас не брошу. Ладно, оставайтесь, только больше мою одежду не брать. Ура! Ну и что это было? Ну не могу я их выгнать, жалко мне их. А вот они этим и пользуются, играют на твоей доброте. И что мне делать? Сделай так, чтобы они сами захотели уйти. Сами уйти? А это хорошая идея. Подъем, вставайте, все самое интересное пропустите. Виолетта, сколько время? Еще даже на улице темно. В нашем доме все встают рано, чтобы успеть сделать зарядку. Поэтому все за мной. Умываемся холодной водой и чистим зубы. А что, горячей воды нет? Холодная вода бодрит по утрам, поэтому давайте не спим. Теперь на завтрак. Фу, а есть лапша? Нет, только здоровая пища. Доедайте и в школу. Но ведь рано еще. Ничего страшного, рано это не поздно. А если хотите жить в этом доме, то живите по его правилам. Легли. У нас сегодня контрольная. Готовимся. Фух, можно хоть отдохнуть немного. Так, я не поняла, мы почему сидим? К тесту по истории готовы? Ой. Правильно, не готовы, поэтому вперед. Наконец-то кровать. Я так долго этого ждала. А вы уже сделали домашнее задание на завтра? Быстро встаем и делаем! Я не хочу! В этом доме нет слова «не хочу»! А можно мне обратно в коробку с-под холодильника? Всегда пожалуйста! Я никого не держу! Нет, Сава, делаем домашку! Ага, решила с нами поиграть. Виолетта, ну можно хотя бы в туалет выйти? Ладно, перерыв и продолжим! Очень дорогая. Люблю денежный дождь. О, а что вы тут делаете? Денежный дождь, это у нас такой ритуал. Таким образом, мы притягиваем еще больше денег. Подождите минутку, я сейчас вернусь. Да, слушаю. А ты не хочешь попробовать? Ну давайте попробую. Да, хорошо, значит до завтра. Нет, 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 только не это. Виолетта, что такое? Ты как будто бы призрака увидела. Ты брала мою косметику? А, так это косметика. А я думала, это какие-то краски для лица. Аня, ты что сделала с моей косметикой? Аня, это ты сделала? Ты не говорила, что брать косметику нельзя. Это не написано в правилах дома. Ах, ты ж хитрая маленькая. А ты думала, не пойму, что ты хочешь сделать так, чтобы мы сами ушли. Что, готово? Да, только не открывай глаза. Раз, два, три. Готово! Ой, круто, денежный дождь. А чего он так странно пахнет? Деньги, а мусор! О, как вы наконец-то!
догадались. Я думал, что вы это едите. Видео супер. Ну все, косметика была моей последней каплей. Ева, я не хочу видеть твоих друзей у себя дома. А я не хочу видеть твоих друзей. Я ее раскусила. Ее подъемы в 5 утра и все остальное. Она просто хотела, чтобы мы ушли. Правда? И для этого вы высыпали мусор на меня? Какой еще мусор? А спроси у своих друзей. Мы уходим. Ева, подожди, куда вы? Ночь на улице. Туда, где нас будут любить. Ты передумала? Нет. Пока. Вы что наделали? Интересно, где они? С ними все в порядке. Да, наверное, в своей коробке картонной лапшу едят. Еще и дождь сильный. Блин, я переживаю за них. Сегодня ночью передают сильную грозу. Все, я не могу так. Я верну их. Как? Алло, Ева, прости меня, пожалуйста, ну вернитесь. Ну ладно, раз ты так хочешь. Ого, вы так быстро. А мы тут недалеко были. Ребята, простите, оставайтесь сколько хотите. Хотите, берите мою косметику, мои вещи. Только не уходите, пожалуйста. Ну, у нас есть одно условие.